Ежедневные стримы в 16:30, кроме понедельника и вторника, блог и место координации действий, платная подписка для раннего доступа к прохождениям на канале. Со старта доступен рыцарь и ворон. Конечно, рыцарь. Или нет? Плюс 5% урон за каждое оружие в инвентаре. Минус... Плюс 5 скорость передвижения, минус 5 здоровья, минус 10 броня, начните с дополнительным клинком. Тут еще разные типа трейты есть. Давайте рыцарь дефолтный. Первоначальное оружие. Блять, как текст плохо ложится. Базовый урон увеличивается на 3 для каждого другого меча в инвентаре. Средняя броня, плюс 2-2 к броне. 10 скорости атаки за каждый соседний топор. Плюс 6 к урону за каждый соседний топор. Плюс 50 к критическому урону за каждый соседний топор. Топоры можно прям все стакать, да? Атака вызывает всплеск пронзающих шипов. Каждый шип наносит урон. Давайте возьмем меч, а потом посмотрим. Что тут UI какой-то сраты. Ну, криво все, не влазит, еще шрифт, наверное, плохой. Первоначальные предметы. Соседнее оружие дает плюс 3 брони, соседние предметы брони дают плюс... Ой, блядь, тяжело. Тяжело. Я просто хочу играть уже. Space-тире. Что значит space-тире? Ход в башню. Зашли. Ну, снова выглядит приятно. Опт. Выглядит как мобайл гейминг. I throw a party for my birthday. Дэш дает фреймы неуязвимости. Атаковать самому еще можно. Но сейчас, типа, сейчас не надо. Уровень повышен, выберите 4 ячейки. Так. Могу что-то купить. Игровой кубик. Плюс 3 удача, плюс 2% шанс критического удара, минус 3 скорости атаки. Что значит заблокировано, залочено в магазине, да? Удача на что влияет? Шанс найти редкие предметы у вас выше. А, можно взять, maybe. Но сперва возьмем оружие. Меч. Потому что меч плюс меч. База урона увеличится на 3 для каждого другого меча в инвентаре. Да. Эй, я хочу его. Как? Он не влазит? Да, окей. Плюс 1 сила в ближнем бою. Клинок. Клинок стабильный. Клинок, отбирающая жизнь. Отбирающая жизнь — это вампирик, да? Краж жизни есть. 33. На камушек уже не хватает. Ладно, погнали пока дальше. Выглядит как-то замудренно, в отличие от Братейта, да? То есть там тоже как бы чисто статы, но в Братейта все как-то интуитивно сразу понятно. А здесь куча каких-то статов, блядь, наваливают. У меча 10 тысяч характеристик. Это что такое? I'm invincible now. Так. Посох, я думаю, мимо. Шапка охотника, это отсылка на Bloodborne. Плюс сила снаряда, сила в ближнем бою, броня, минус 2, скорость передвижения. 7 кражи жизни, уровень 2. На следующем этаже количество ВЗ снижается на 1. Наверное, кража жизни это стронг? Наверное. Зачем я сюда ячейку добавил? Ладно. Давайте попробуем. Синий предмет. А чё ты вообще не в мортике-то до сих пор? Завтра? Завтра, наверное. Да жизнь же туха такая, понимаешь? Острый, быстрый. Клинок стабильный. Острый, быстрый нам не нужен. Плюс 1 к урону за каждые 20 убийств этим оружием. Прикольно. Ловкие, метательные. Заролим разок. Коготь. Кулак ловкий. Пояс стража. Плюс 7 здоровья, плюс 2 броня, скорость передвижения минус. Коса большая. Дальность, шанс уклонения. Дальность, наверное, good. Можно? Не влазит? Как понять, блядь, когда влазит, когда не влазит, я еще знаю. Плюс 8 урон, минус 5 дальность. Скорость передвижения, плюс 1 удача.
Какое-то говно покупаю всякое. Ой, у меня один хп, кстати, надо быть осторожным. Противники еще стрелять научились. Оп. Жрём. У меня вампирик один раз прокнул за все это время. Увеличение опыта, получение ресурсов, скорость атаки, минус броня. Можно меч? Пиздатый. Во. Могущественный меч. Это нам надо. Так. Я это продаю. Я это продаю и покупаю только нормальный предмет. Влезешь? Хорошо, если так. Да, давай его сюда. Сильный, стабильный. Как понять, когда оно пиздато сочетается? Это, кстати, не клинок. Это сильный, стабильный. Сильно дает процент на урон. Есть ли смысл вообще такие пассивки ставить? Тебе указывается. Что указывается? Это когда, типа, задействовать несколько пушек. Базовый урон увеличится на 3 для каждого другого меча в инвентаре. Соседняя броня плюс 2 к броне. То есть этот меч только если с броней рядом находится, бафает броню. ХП, кстати, между уровнями не восстанавливается. Какой-то жесткий чубрик. Какая-то супер секира и маленький меч. Базовый урон увеличится на 3 для каждого другого меча в инвентаре. Мне кажется, кстати, это сейчас стронг. У меня урон-то не сильно много. Засунуть только надо куда-то. За каждый соседний меч. Или, может быть, сюда куда-нибудь засунуть. А может так тогда? А, нет. Я тут никак не могу насочетать, интересно. Окей. Нахуя мне эти пассивки? Мне класть это некуда. Вот бы за деньги увеличить этот инвентарь. Наслаждайтесь чат игрой. Enjoyте? Ну или так, или не очень enjoyте. Мне кажется, пока непонятно. Пока непонятно. Сами волны какие-то быстрые и довольно уныленькие. Менеджмент инвентаря какой-то унылый, потому что ты нихуя не делаешь. Пока что какая-то залупа, по-моему. Но посмотрим. Это какая такая проблема, как брата это будет? Больно по-мобильному выглядит как-то. Вообще мобильные игры, ну, поинтереснее. Кубик. Краш жизни, минус урон. Так, это клинок. Острый-быстрый. Клинок из черного дерева. Острый-быстрый. Нам вообще-то не нужен острый-быстрый. Нам нужен клинок. Или не нужен нам клинок? Да не то чтобы обязательно. Какие-то еще бафы выглядят супер слабыми, да? Типа плюс 3 к силе в ближнем бою. И непонятно, много это или немного. Острый-быстрый. У нас есть острый-быстрый? Я с этой могу только здесь смотреть? У нас нет острого-быстрого. Восстановление, скорость передвижения, арбалет-дробовик. Звучит прикольно, арбалет-дробовик.
Длинный клинок. А что, нельзя вот так менять между собой? What the hell? Это упущение большое. Я бы сейчас эту штуку наверх поднял. Да почему? Почему я не могу так поменять-то их? Что за глупость? Да. Окей. А что там, по идее, типа, как в ранний доступ вышел, да? Full release? Блин, спасибо, мы вчера с Костей поиграли, и как? Куда мне этот баннер деть, чтобы меч запихнуть? Ошибка. Люди второй день играют в симулятор матчмейкинга, то есть не играют. Я сыграл в раннем доступе 3 дня и после, ну да. Просто УВ2 моментом, какой-то ребаланс штук. Вообще я бы в PD maybe как-нибудь поиграл бы, но хз. Предметов так мало, как будто в игре. Что за парень на мультитрансляции? Я не знаю, кто там. ПКМ выложить можно сделать, реально? My bad, если так. Ну, прикольно, правда, графически даже хуже второй, мне кажется. Забавно. Там Killing Floor еще будет выходить, вот, тоже интересно. Я бы в какую-нибудь такую, знаете, залупую сессионную, maybe, зашел бы. Не компетитив. Убийца, уничтожьте 500 врагов. Очень долго игра разгоняется. Я смотрю, тебе невероятно весело. Ну типа. Покупаем меч. Давай его сюда. Че он там дает? Соседняя броня. У меня нет соседней брони. Нахуя мне вообще броня? Мне не пиздит. Древковая. Турнирное копье. Грипп. Сила в ближнем бою, сила магии, здоровье минус 2. Ну давай. Грипп. Могущественный меч. Он прям жесткий или нет? Клинок стабильный. Может мне заменить маленький меч на могущественный? А нахуя? Колодец. Мой видос по этой игре, даже приюшка с гвоздем из ХК не спасла от провала. Больше всего мне музыка понравилась в второй части, а третий пока просто норм. А я какой-то трек, кстати, из второго PD юзал в последнем ролике. Мне кажется, они в игру забыли добавить менеджмент интересно. И волны интересно. Мне кажется, они все забыли добавить в эту игру. 100 модельки красивые. О, пиздатый меч! Меч с призменным лезвием. А можно стакать, кстати, мечи как-то? Могущественный меч уровень 3, ебать! Вот сейчас заживем. 47 урона у него. У моего 31. Так, выложить. Тебя положить. Ебать. Ладно, тише, вырубай это, пошли лучше в Hall of Torment. Лучше, да? Нормально, сейчас контент пойдет. У тебя уже 800 голды. Ролять, наверное, надо на все, да? Я не знаю, есть ли тут, типа, фишка в том, что у тебя там с каждой волной качественный лут становится.
Как относится Гусь-Гусь-Дак? Слышал то, что прикольное, но сам не играл и пока вроде желанием большим не горю. Привет, Дэдси Лол. Ты собрать хотел этот Гусь-Гусь-Дак? Соседние предметы брони дают плюс 3. Нахуя мне это надо? Я что, просил это? Иди отсюда. Кража жизни. Ну, кража жизни можно пока оставить. Я звал Фиша с Яриком. Сегодня, да, вроде? Должно было быть. Сила в ближнем бою плюс 3. Шанс уклонения минус. Окей, надо взять. Или нет? Вообще, мэйби удача нам нужна. Чтобы ролять более сильные предметы, вот типа таких. Что грибы делают? Здоровье минус 2. Это не как в том рогалике, где инвентарь менеджить надо просто. Тот рогалик был прикольный. А тут как будто пока не прикольно. Но не знаю. Ну, либо он очень долго разгоняется. Что, в общем-то, тоже проблема. Пиздец, у нас типа 9 этаж, и... Я все еще не напряг свои нейронные связи. Backpack Hero был хорошим. Я бы в него причем играл бы дальше, но там что-то проблема с переводом какая-то была. Супер ранний доступ и все такое, поэтому забил хуй. Больше бочек на этаже. Вау. Прикольно. Ячейки можно ролить? Угарно. Сила в ближнем бою. Вот это нам надо. О, по-моему, мы посмотрели весь контент. Это что, рейд от участника сквада логова Shadow Fiash? Привет, толкни шайбу. Я постараюсь. Я обязательно постараюсь толкнуть шайбу. Спасибо за рейд, всем привет. Я в какую-то хуйню играю. Весело не будет. Shadow the Hedgehog? Chaos Control! Тоже какую-то хуйню играли, Valorant? Это секретная информация, Эльс. Вообще вампирик вроде работает, но хилит, конечно, по единичке, это пиздец. Бля, ебать, это пиздец, а не игра. Клинок острый. Клинок. Распишите секретную информацию после стрима в текстовом канале логово, а то интересно. Игра нуднейшее говно в истории. Но мы сыграем хотя бы за бег, правильно? Все-таки загифтили. Варлок 100%. Варлок душка. Варлок душка. А как понять, насколько он большой? Что это такое? Я же не понимаю. Я даже, блядь, не понимаю, насколько предмет большой, сука. У вас игра про менеджмент инвентаря. Что это за хуйня? А теперь понимаю. Все, спасибо. Теперь я понял. Ну тогда можно взять даже. Давай. Он же влезет сюда. Как филигранно. О, нет, хиликс не надо. Хиликс не надо мне. Плюс 50 скорость атаки, когда вы не двигаетесь. Соседнее оружие получает такую же дополнительную скорость атаки. Видите, сколько я пушек забафал? Надо тогда их поменять местами. Damn.
Это будет очень жестко. Бля, меня разъебут сейчас. Тихо-тихо. Я бахнулся сильно, кстати, с этими клинками. Черное крыло. Скорость передвижения, кража жизни. Удача минус 2. У меня кража жизни 7. Восстановление, шанс уклонения. Скорость передвижения, получение ресурсов, количество врагов. Нахуя. Копье. Церемониальный клинок. У метательного оружия есть дополнительное. Не надо. Храбрый дух. 4-й левел. Броня минус 10. Урон за каждый 1% скорости передвижения. Шанс уклонения за каждый... Ой, блядь. Второй раз это уже вижу. Это нормально, что в игре так духа денег и так дешево стоит куча всего. Да просто здесь покупать нечего. Здесь нечего покупать, поэтому вот так. По ней местами колокол и меч. Как? Как я сюда засуну что-то? Не понял. Я не понял. Понял. Я понял. Верно сказано, верно сказано. Урон 2% за каждый 1% скорости передвижения. Скорость передвижения 0. Шанс уклонения за каждый процент скорости передвижения. Скорость передвижения 0. Нахуй. Нахуй мне это надо. Не надо мне это. Закатное веретено. Скорость передвижения удачи. Клинок. Камушек. Ролл. Снизу тоже поменяй. А снизу что? Я понял тебя, друг. Ты умен. Длинный клинок, 35. Берем. Куда мы его берем? Вместо вот этого длинного меча, да? Ой, глаз какой. Глаз смерти. Взгляд Мидаса. Или Мидаса. Мидаса стримера или Мидаса, который превращает золото? Нижний меч длинный вверх, короткий вбок, вправо. Да. Да, все так, друзья. Спасибо, что играете в игру. Подожди. 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 Сейчас, 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 подожди. Все бафнули. Все бафнули с вашей помощью. Шляпа. Талон. Из Лиги Легенд. Чашка какая-то. Броня. Топор фиолетовый. Урон. Турбомеч. Что за время 0.50? Кубик.
забавный элементаль появляется. Блять, это что? Это SF из Доты? Я не играл в Доту. Но это что такое? Один, даже походу такая же. Реально, реально, реально. Я не играл в Доту, но знаю, кто это. Так. Стоимость предмета минус 10%. Спасибо, папаша. Спасибо, папаша, ведь у меня так мало денег. О, клинки. Прокачанные. Я могу их купить? Типа... А, не, не могу я так, да? Пускай лежат. Еще за ролем. При использовании бессрочно увеличивается одна рандомная характеристика из урона, скорость атаки, скорость приближения на 5. При использовании бессрочно увеличивается одна рандомная характеристика из урона, скорость атаки, скорость приближения 5 элитных врагов, появится на следующем этаже 1. Окей, давай. Как использовать? Круто. Сколько у меня хп? 63. Я думаю, не надо это. Это, наверное, элитный враг, да? Ебет. Видите одного элитных сука? Победил. Я знаю, то, что я его кладу, то, что он уничтожается. Типа зелька канула в лето. Жесть, мы нафармили. Так. А мне даже лень думать, как я могу это лучше расположить, честно говоря. Пояс зелий. Будет пояс зелий. При употреблении всегда увеличивает шанс критического удара на 5. При употреблении всегда снижает живучесть на 5. Наверное, норм. Можно теперь ролять зельки и хавать их. Могущественный меч синий. Ну, давай. Give it to me, give it to me. Oh. Нельзя объединять пушки? Да, походу, нет. Нет кнопки быстрого ролла? R там какая-нибудь или типа того? Давайте мы критаси настакали сейчас. Это нам надо. Не влазит сучарка. Не понял. Денег нет! Я продал меч и денег нет. Вау! Я потратил все деньги в этой игре. Это невероятно.
Вампирик предмет стронг, что скажете? Change my mind. Наверное, нам повезло, то, что мы его нашли. Наковальня какая-то появилась. Что-то мало левела повязали в этот раз. Красный. Краснющий. Броня плюс 2. Круто. Улучшение одного оружия до следующего уровня. Ебать. 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 Четвертый это максимум. Окей. Еще броня. Спасибо большое, дядя. Так, ну куклу жизни вот эту мы больше не берем. Крит дальше стакаем. ХП потом теряем, но ничего страшного. Шанс крита уже 22. Добычки ломаются, какие-то сильные повороты выпадают. Ай. Смотрю на пауков, и в Майнкрафт захотелось поиграть. Но когда начинаешь думать об этом глубже, то не хочется играть. Зачем мы... Мы maybe с Нойкой будем проходить Minecraft Dungeons, хотите? Который диаблоид. Он дорогой, наверное, пиздец, да? Если дорогой пиздец, тогда я подумаю, надо ли. Шанс критического удара 10%. Получение ресурсов. Он вышел? Minecraft Dungeons? Minecraft Dungeons вышел 1000 лет назад. Там еще куча DLC на него вышла. Которые тоже дорогие вроде. Он хуйня же, он говно. Почему? Ну, вроде такой зачилочный просто маленький диаблоид. Ничего такого вроде серьезного в нем нет, нет? Шанс уклонения, шанс критического удара, краж жизни. Не надо нам такое. Может, в геймпассе есть геймпасс, очень дешево выйдет. А чё, чё-то... Я вообще не шарю за всякие вот эти геймпассы. Походу, пора бы уже шарить, да? Топор. Двойной серп. Скорость атаки в движении. Прикольная штука, наверное. Острый, ловкий. Острый. Острый дает шанс критического удара. У нас уже два острых есть. А ловкий что дает? А я чё ебу? Я чё ебу? Ой, мне так лень. Я думаю, сюда можно еще пушки засунуть, но какая разница, игра сама себя проходит. Так-то относительно выгодно. Там за 3-4к в начале года можно было на год купить. В этом году уже Starfield вышел Lies of P. Только это уже отбило Game Pass. Но я бы и в Starfield не играл, и Lies of P. Там получается, да, он типа, ну, через какой-то Xbox лаунчер запускается или типа того. Давай, Рэнди.
залазит вот сюда. Шанс создать воздушный клинок при атаке. Клинок роскошный. Роскошный клинок. Спасибо за роскошный клинок. Я очень рад, что у меня появился роскошный клинок. Еще вот этот меч. Тоже спасибо большое за него. Я люблю мечи. Еще один скиметар есть. Четвертого уровня. Призменным лезвием меч. Шанс 40% нанести дополнительный огненный и ледяной урон. Шанс 5% для каждой смежной палки или посоха. Это для магии. Не надо нам такое. И он скелится от магии. У нас все скелится от мили. Правильно понимаю? На 100%? Этот немного рейнджовый. Провал. Чего тут статов так много? Ну, а-ля протеита. Много места занимает. Три ячейки. Три ячейки — это немного. Острый, роскошный. Метательного оружия есть дополнительные 15% шансов ужащих раз в жизни появились. Давайте вот это продадим. Я думаю, это байт. Байт на хуйню. Вот это засунем. Блять, какой здесь неудобный менеджмент инвентаря, это шок. В чем проблема, чтобы можно было предметами просто перекрывать? Че за бред? Забавно. Легендарка. Прикольно. Я могу как-то эти две ячейки превратить? Круто. Мы как будто сильно бафлились. Говорил, что Minecraft Dungeons может быть мега дорогим, а дорогой для тебя сам майн. Покупал специально на сайте за ПВК и ни о чем не жалею. Но Minecraft все-таки это не Minecraft Dungeons. Я бы их не сравнивал. Minecraft, я думаю, своих денег стоит. А Minecraft Dungeons — это такой... вечерок поиграть. Скоро босс? Чё? Откуда инфа? В этой игре босс есть? Смотрите, у нас какой-то руды 4 появилось. Это, наверное, это мета. Мне вроде как на месте надо стоять, чтобы баб скорость атаки получать, но я его не чувствую. Час и скорость передвижения. Скорость передвижения. Опять штука, которая скелится от скорости передвижения. Нахуя вообще скорость передвижения в этой игре? Чтобы что? Зелька. При использовании бессрочно увеличится одна рандомная характеристика из урона, скорость атаки, скорость передвижения. Давай. Вот такие зельки нам надо. Такие зельки нам надо. Давай камень засунем. Еще один элитный монстр на игру. Кто-то целится меня. Класс. Ну нет, я сдох.
Я больше никогда в жизни не буду играть в эту игру. Можно было брифануть, я брифанул. Это очень скучно.